Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами немного поболтать. Давно я этого не делала, так что усаживайтесь поудобнее. Много времени я, конечно, у вас не займу, но мне хотелось бы сегодня рассказать вам о своем самочувствии, о своем состоянии. И также хочу в этом видео ответить на кое-какие комментарии, которые так примерно по смыслу были одинаковые, и мне писали их под предыдущими видео. И чтобы каждому не отвечать одно и то же, я, наверное, вот так в одном видео объясню, расскажу. Начну со своего самочувствия. Так, если опять-таки брать в целом, чувствую я себя нормально, терпимо. Есть, конечно, какие-то моменты, но, знаете, ну, мне не хочется каких-то там диагнозов называть, да. Я думаю, многие из тех женщин, кто смотрит мои видео, были беременны, и, не знаю, мне кажется, даже у самой здоровой женщины вот прям вот на 100% все гладко не проходит. Конечно, есть какие-то моменты, мне тяжеловато не то что ходить, мне тяжеловато весь день находиться на ногах, а в силу того, что у меня двое детей, мне приходится за старшим постоянно ходить в школу, мне приходится возить коляску, мне приходится делать какие-то домашние дела, уборка, готовка, это никто не отменял. И в течение дня, к сожалению, у меня очень редко получается как-то прилечь, потому что даже когда я младшего сына укладываю на сон, я его уложу, вот единственное, я могу там, пока я его укладываю, минут 10-15 полежать, и у меня старший сын в это время делает уроки, и он, у него какие-то есть вопросы, он зовет меня: мама, подойди. В общем, мне приходится тоже рядом с ним сидеть, что-то помогать, подправлять. Потом старшего я ввожу на секцию картинга. Плюс еще утром почти каждую неделю у меня бывают какие-то походы в мой перинатальный центр, сдача анализов, либо каждые 2 недели плановый осмотр у врача. В общем, вы понимаете, да, что дни такие достаточно насыщенные. Поэтому, конечно же, ноги у меня устают, и у меня даже в эту беременность появился варикоз на ногах, хотя ни в одну из моих предыдущих беременностей у меня такого не было, и я вообще не знала, что это такое. Но вот сейчас, я не знаю, возраст или что это дает о себе знать. Я, конечно, надеюсь, что все это пройдет после родов. И у меня бывают такие периоды, когда мне уже, знаете, вот хочется скорее родить, хочется, чтобы не было такого большого живота, чтобы уже войти как бы в привычный ритм жизни. Но с другой стороны, я понимаю, что когда не будет живота, я буду по нему скучать, я буду вспоминать это состояние. Поэтому все-таки стараюсь наслаждаться. И, наверное, вот эти месяцы, пока малыш внутри тебя, это самая тесная связь с твоим ребенком, поэтому как-то стараюсь все это запомнить, запечатлеть в своей памяти. Мне уже, знаете, так, наверное, надо потихоньку готовиться, все закупать, покупать. И буквально пару дней назад я уже купила несколько вещей, 2 комбинезончика с липикой и чепчик. Потому что, в принципе, у меня очень много вещей остались от младшего сына. Я как-то, знаете, такая очень бережливая, стараюсь ничего не выкидывать, хранить. У меня даже кроватка, но я рассказывала в видео, что у меня кроватка. Многие вещи остались, развивающий коврик, мобиль, все это есть. Единственное, нам нужно купить коляску. Коляску тоже я до сих пор не выбрала. И вы знаете, я когда начинаю обо всем этом думать, что у меня там вещи еще не перестираны, коляска не собрана, что-то там все равно нужно подкупить, да, по мелочи. Я понимаю, что, наверное, уже пора, но я как-то откладываю пока еще этот процесс. И у нас еще сейчас идет пара дней рождения. У меня в это воскресенье день рождения у младшего сына. Затем через, по-моему, через 2 недели тоже на выходные, так повезло, выпало день рождения старшего сына. У нас очень много осенних, там у меня у брата тоже осенью день рождения. Я, наверное, жду, когда вот эта пора дней рождения, вот эта суета, ну, радостная, конечно, суета пройдет, и я уже так в более спокойной обстановке начну готовиться. Конечно, когда у тебя, я вот помню по предыдущим, да, своим беременностям, когда у тебя сумки собраны, я помню, я всегда собирала 3 пакета. У меня стоял пакет на роды, пакет для послеродового отделения для мамы и пакет для малыша. У меня были все пакеты подписаны с бумажками, потому что когда ты уедешь на роды, если ты там мужу будешь что-то объяснять, там положи в пакет то это, там это найди там, это сям, конечно же, он ничего не найдет. Поэтому все должно быть заранее собрано, подписано. В последнюю свою беременность я даже заранее собирала пакет на выписку. Тоже у меня роды были осенью, я туда сложила одежду, пальто, сапоги, косметику,
по-моему, даже плойку, чтобы кудри сделать. Ну, кудри я что-то так и не делала. Ну, в общем, все-все-все я сложила, чтобы муж у меня просто взял этот пакет в день выписки и привез его мне в роддом, потому что все равно на выписке хотелось выглядеть как-то красиво. И там был оператор, там была девушка, как сказать, ведущая, что ли, этого всего процесса. Я даже не хотела сначала покупать это видео, потому что там какие-то баснословные деньги в нашем перинатальном центре. Но когда я посмотрела это видео, все эти эмоции, как встречал мой старший ребенок, младшего, ну вот своего братика, да, мы не задумываясь просто купили это видео, и поэтому хочется на выписке как-то, ну, хорошо, да, красиво выглядеть, чтобы эти кадры остались на память. Так что, да, нужно потихоньку собираться, брать себя в руки. Еще, ребят, хотела сказать несколько слов по поводу комментариев под одним из предыдущих видео. Это видео про покупки из IKEA. Я там показываю, какой мы купили стеллаж в нашу спальню. Стеллаж белого цвета с 8 ячейками, если вы помните. Внизу я организовала 4 коробки для хранения и наверху оставила полки для декора, для каких-то своих вещей. И на самую верхнюю полку я поставила картонные коробки. Мне этот стеллаж очень нравится, и мне, и мужу, он у нас стоит в спальне, радует нас, он очень удобный. И очень много было комментариев под видео по поводу того, что этот стеллаж и все то, что на нем находится, весь декор, теряется на фоне нашей стены, на которой наклеены обои с корабликами. Ребят, я понимаю, что очень многие смотрят не все подряд мои видео, да, и я понимаю, почему многие удивляются, почему у нас в спальне такие, можно сказать, детские обои с корабликами. И я совершенно с вами согласна, что да, этот стеллаж будет смотреться гораздо лучше на фоне однотонной стены, но для тех, кто не смотрел мои предыдущие видео, объясню, что мы не так давно поменялись комнатами с детьми, то есть раньше у нас здесь была детская, эти обои мы клеили именно для детской. Перед рождением второго ребенка мы делали ремонт в этой комнате и специально выбрали такие обои с корабликами. У нас две стены, вот возле которой стоит кровать и стеллаж, и где окно, они с корабликами. И вторые две противоположные стены у нас однотонные, нейтрального такого цвета, бледно-зеленого, бледно-салатового цвета. Я, конечно же, все комментарии прочитала, постаралась всем ответить, кому-то объяснила, что у нас была здесь детская. И, возможно, я этот стеллаж как раз попробую поставить к противоположной однотонной стене, может быть, он там будет лучше смотреться. И детскую кроватку, возможно, мы как раз-таки поставим вот в этой к стене с корабликами, и она там как раз будет более гармонично смотреться. Ребят, я прекрасно понимаю, что в идеале нужно переклеить там обои, сделать их однотонные, и так будет гораздо лучше, но вот просто вы поймите, что сейчас немножко другие приоритеты и немножко не до переклейки обоев. Конечно же, может кто-то скажет, что там что поклеить обои, это можно сделать там за один день или там за два дня, за выходные можно это сделать. Да, я тоже с вами согласна, но чтобы поклеить обои, нам нужно все вынести из комнаты, нам нужно открутить карниз, нам нужно отодвинуть шкаф, всю мебель, в общем, все это все равно вынести, освободить место, где нужно будет обои нарезать, там намазывать, да, то есть это, конечно, все возможно, особенно при наличии помощи, точнее, знаете, я бы, может быть, даже сама переклеила обои, потому что я люблю клеить обои, но в силу своего положения я сейчас не могу этого сделать, и все равно, когда вот сколько раз мы клеили сами обои, где-то наверху держать, я просто невысокого роста, и наверху держать, ну, все равно мне нужна какая-то помощь. Поэтому, ребят, как вот только будет у нас возможность, конечно же, мы обои переклеим, конечно же, я все сделаю так, как мне хочется. Я понимаю, что наша спальня далека от совершенства, но мне все равно хочется создать какой-то уют, красоту. И поэтому я купила этот стеллаж. Вы знаете, даже когда я его ставила возле этой стены, у меня не было таких мыслей, что там декор потеряется на фоне этих корабликов. Естественно, я прислушиваюсь к вашим комментариям. И те, кто давно смотрит мои видео, знают, что многие зрители мне подкидывают какие-то интересные идеи, вдохновляют на что-то, и я совершенно спокойно отношусь к корректной, здоровой критике, к каким-то советам, рекомендациям. Я всегда это, наоборот, приветствую, прислушиваюсь, я никогда не обижаюсь. И вот сейчас просто тоже скажу по поводу негативных комментариев. Негативные комментарии я также не удаляю, хотя комментарии бывают разные. Кто-то пишет в корректной форме, да, а кто-то, вот вы можете тоже посмотреть под одним из моих предыдущих видео,
по-моему, про еженедельную уборку. Я специально не стала удалять эти негативные комментарии. Вы знаете, я читаю и просто, как сказать, офигеваю, что ли. Я не понимаю, как можно вообще такое написать. Вот как нормальный человек может такое написать? Это, знаете, вот как какой-то садомазохизм, да, что ли, что ты смотришь видео, оно тебе не нравится. Судя по комментариям, даже оно тебе не то, что не нравится, тебе просто отвратительно его смотреть, тебе неприятно смотреть на человека, который в этом видео, но ты все равно продолжаешь смотреть, да, это, наверное, в какой-то степени садомазохизм, и потом ты еще пишешь вот эту капельку яда, выплескиваешь в комментариях. И вы знаете, чем хуже, чем негативнее комментарий, мне как-то, наоборот, хочется его оставить, потому что мне кажется, что этот комментарий, он олицетворяет вот этого человека, который его написал. И мне, наоборот, чем хуже комментарий, мне хочется более как-то вежливо и корректно на него ответить. Поэтому негативные комментарии я не удаляю, я их оставляю. И за всю мою историю ведения канала, моему каналу уже больше 3 лет, я всего лишь одного человека забанила, и то это было как-то там в самом начале ведения канала, там была написана какая-то даже вот не по теме видео, а какая-то просто откровенное какое-то хамство, я человека заблокировала. И после этого все встречается периодически и откровенное хамство, и просто там какой-то негатив. Я ничего это не удаляю, пусть это все будет. Как бы каждый решает для себя сам, каждый сам делает какие-то выводы, у каждого свое мнение, и когда комментарий написан в корректной форме, я абсолютно нормально отношусь, потому что все мы разные, у всех разный взгляд на вещи. Даже вот ту же стену с корабликами, да, кто-то посмотрит, скажет, блин, какая классная стена, там живописная, кораблики, все такое. Кто-то посмотрит, скажет, что за фу, там, особенно в спальне, да. И это нормально, потому что у всех взгляд разный на какие-то вещи. Поэтому, ребят, на ваши советы, рекомендации, на вашу корректную, конструктивную критику я никогда не буду обижаться, я всегда прислушаюсь. Ну, а откровенное хамство я просто, наверное, это буду оставлять, и где-то никак не реагировать, где-то я могу тоже вежливо ответить. Но уже, мне кажется, это остается на совести человека, да, если ты написал человеку незнакомому, который тебе, по сути, ничего плохого не сделал. Кроме того, я искренне стараюсь, когда я делаю свои видео, я не знаю, может быть, через камеру это незаметно, но я вот пока все свое видео, грубо говоря, не вылежу, то есть не буду уверена, что в этом видео все так, как мне нравится. Я очень долго монтирую, я очень тщательно подхожу к монтажу. Я продумываю каждую деталь, особенно если я снимаю видео с каким-то декором, показываю какой-то интерьер. Мне хочется, чтобы было все красиво, какие-то переходы между кадрами, красивая музыка. Ну, я просто человек творчества, и мне хочется, чтобы все было красиво, чтобы все радовало глаз, чтобы вам было приятно смотреть. И поэтому в каждое свое видео я вкладываю душу, да, и, конечно же, мне хочется отдачи какой-то, да, и мне очень искренне приятно читать, когда вы пишете, что вам понравилось, что какие-то идеи вам мои пригодились. Ну, а когда пишут совсем не по теме, да, что ты там снимаешь уборку, ну, в общем, кому интересно, зайдите, почитайте, да, под этими видео. Не знаю, вот реально капельку яда, вот хамство написать и пойти дальше. Может быть, это действительно откровенные хейтеры, там, я не знаю, может, им деньги платят за то, что они хейтят, да, как говорится. В общем, да, я высказалась на эту тему, надеюсь, я никого не обидела. Ребят, еще раз хочу сказать, что я очень ценю своих зрителей, пусть у меня не очень прям большая аудитория, но я каждого своего зрителя ценю, я на каждый комментарий стараюсь написать ответ, и даже если люди не пишут комментарии, я тоже к этому совершенно спокойно отношусь, потому что я понимаю, что сейчас настолько бешеный ритм жизни, что даже бывает такое, ты хочешь написать комментарий, там что-то человеку сказать, но у тебя просто нету этой минуты, двух, поэтому все нормально, я все понимаю, ко всему спокойно отношусь. Мир, дружба, жвачка. Все, ребят, я высказалась. Ребят, смотрите, купила себе вот такие тапочки с мишкой. Очень классно. Заказывала на Валберес. Мне очень понравился цвет, но я вам в одном из видео рассказывала, что мне сейчас вообще такие пудровые оттенки розового очень нравятся. И такие, знаете, очень мягкие.
И я, когда покупаю тапочки, обязательно смотрю, чтобы были прорези. Мне как-то так удобнее, нежели с полностью закрытыми. В общем, вчера надела, хожу, кайфую. Еще тут у меня стоят запасы. Эти тапочки вы уже неоднократно видели в моих видео. Но я их так купила про запас. Фиолетовые, точнее даже сиреневые и розовые. Очень мне нравятся. Вот эти сердечки классно смотрятся. Но поскольку я постоянно их ношу, захотелось как-то чего-то нового. Поэтому купила вот эти. Они немножечко подороже. Не знаю, это может рублей на 100-150. Но тоже мне очень понравились. Короче, я фанат тапочек. Тут с мужем прикалываюсь. Я говорю, раньше покупала себе платье, туфли на каблуках. А сейчас все, сейчас сижу дома, покупаю себе тапочки, коллекцию тапочек, коллекцию домашних костюмов. Ребят, хочу показать вам свой очередной заказ из Faberlic. Я заказываю там не каждый месяц, чаще раз в 2 месяца. И беру в основном там какие-то товары для дома, средства для уборки, для стирки, какие-то средства для гигиены. А вот уходовую косметику, декоративную косметику я там беру крайне редко. Сейчас быстренько вам все поближе покажу. Заказала вот такие концентрированные бальзамы для мытья посуды. Взяла 2 штуки. Это не себе, а в подарок маме и бабушке. Мне средства от Faberlic для мытья посуды очень нравятся. Кроме того, они концентрированные, то есть нужно небольшого количества нанести на губку. Аромат просто бесподобный. Аромат клубника со сливками я открыла, понюхала. Просто вау. Так что, думаю, и маме, и бабушке понравится. Заказала вот такой ультракондиционер для белья с ароматом восточного пиона. Это одно из моих любимых средств от Faberlic. Я таким кондиционером активно пользуюсь. И этот взяла тоже на подарок родителям. Думаю, им понравится. Я пробовала несколько кондиционеров от Faberlic для белья, но вот именно такой с ароматом восточного пиона мне нравится больше всего. Аромат просто бесподобный. Заказала вот такие стиральные порошки. Один классический, второй с ароматом альпийские луга. Это тоже в подарок родителям и бабушке. Хочу, чтобы они попробовали средства от Faberlic. И сразу взяла вот такие мерные ложечки, чтобы удобно было насыпать. Там еще какая-то была акция при покупке порошка. Ложечки за 5 рублей можно было заказать. Мне порошки от Faberlic очень нравятся. И вот такие гранулированные и жидкие средства для стирки. Я ими активно пользуюсь. Тоже, как правило, заказываю себе сразу пару штук. И знаете, сейчас вот меня даже не тянет возвращаться снова на какие-то порошки из масс-маркета. Взяла вот такой дезинфицирующий гель для рук. Тоже взяла сразу 3 штуки и себе, и в подарок. Очень нравится мне этот гель. По-другому говоря, санитайзер. Мы ими всей семьей активно пользуемся. Нравится мне аромат. Мне сейчас вообще нравятся какие-то нестандартные ароматы. И вот из всех санитайзеров этот мне нравится больше всего, поэтому он у меня присутствует практически в каждом заказе. Заказала вот такое мыло вишневый конфитюр, взяла сразу 2 штуки. У меня такое мыло тоже присутствует практически в каждом заказе. Аромат просто бесподобный, вы знаете, аромат вишневого варенья. Очень нравится это мыло детям, когда я его ставлю, они готовы мыть руки просто каждые 5 минут. Единственный минус, у него очень быстрый расход, то что объем, по-моему, 200 мл, то есть он такой небольшой флакончик, но отличный выход из положения, если у вас есть электронный диспенсер. Там, насколько я помню, наполнять нужно 1/3 мыла и 2/3 воды. Поэтому, если электронный диспенсер, то такое мыло расходуется не быстро. Еще взяла попробовать вот такое жидкое мыло для рук. Здесь аромат лаванды и иммортель. И второй вариант — роза и фиалка. Такое мыло я заказываю впервые, ни разу его не пробовали. Не знаю, надеюсь, нам понравится. Кроме того, мне очень понравились такие бутылочки. Симпатичные, мне кажется, в ванной на раковине будет очень красиво и эстетично смотреться. Вот такое средство для ежедневной интимной гигиены. Я его беру уже не первый раз. Очень мне нравится такое щадящее, нежное, если можно так сказать, средство с ненавязчивым ароматом. Мне понравилось, поэтому заказала 2-й флакон. Эту отбеливающую концентрированную зубную пасту я беру уже тоже не в первый раз. Это 2-й уже тюбик. Очень нравится мне эта паста. Кроме того, я отбеливающие пасты вообще часто беру, потому что у меня зубы, знаете, с такой природной какой-то желтизной, которую очень сложно вывести, а отбеливать зубы мне стоматологи не рекомендуют, потому что у меня зубы очень чувствительные. Поэтому такой вариант пасты мне очень нравится. Кроме того, она концентрированная, то есть, знаете, достаточно всего небольшой горошины. И сам вкус у этой пасты очень приятный, так что я с удовольствием ее заказала еще раз. Взяла вот такой гель для подмывания малышей с экстрактом череды и алоэ. Это детская серия для самых маленьких. Ну, как вы поняли, я уже потихоньку так начинаю готовиться к рождению малыша. Не знаю, насколько хороший этот гель. Если кто-то пробовал,
средство из этой серии, то напишите, пожалуйста, в комментариях, будет очень интересно почитать. И взяла вот такой подарочный набор, он шел там с какой-то нереальной скидкой, то ли 50%, то ли еще больше. И я посмотрела подарочный набор к Новому году, классный набор. Новый год не за горами, время прилетит быстро. Я его не открывала, не смотрела, ну как бы, чтобы он был запечатанный. Здесь входит бальзам для рук и два крема для рук. Я так поняла, что это такие миниатюры по 30 мл. Ну не знаю, мне кажется, что классный подарок. Мне бы понравился. Вот такой у меня сегодня заказ. Обошлось мне все, если кому-то интересно, в районе 2000 рублей. Здесь, как вы поняли, много средств на подарок, но и также много любимых мною средств, которые я постоянно заказываю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас средства из Faberlic любимые. Может быть, что-то из того, что люблю и я. Будет очень интересно почитать. Ну что, мои хорошие, на этом я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вы не сильно огорчитесь, что в этом видео не было мотивации на уборку, зато была мотивация на готовку. Я показала вам пирог, который очень-очень любят в нашей семье, особенно дети, особенно старший сын, он у меня сладкоежка. Но, кстати, пирог получается такой, знаете, не сильно приторный, с кислинкой за счет вишни. В общем, кто такие блюда любит, у кого дети любят пироги, то попробуйте приготовить по этому рецепту. Надеюсь, что вам также был интересен обзор покупок от Faberlic. Я реально подсела на Faberlic, очень классные товары, это не реклама, я уже говорила, что я заказываю Faberlic только для себя, для своих родственников, и мне действительно нравятся эти средства для дома. В основном я в Мосмаркете практически перестала покупать там порошки, средства для мытья посуды. Мотивация на уборку обязательно будет в следующем видео, а я на этом буду с вами прощаться. Спасибо вам еще раз большое за просмотр, за комментарии, за ваши сердечки. До встречи в новых видео, всем пока-пока!